Рады приветствовать вас на нашем канале, дорогие зрители. Сегодня мы сообщим вам отличную новость. 12 августа на канале Russia 1 состоится показ сериала «Некрасивая». Главная героиня Маша считает себя очень некрасивой девушкой. Живет с бабушкой. Личной жизни у Маши нет и не предвидится. Став свидетельницей преступления своего нового начальника, главного редактора журнала, автомобиль которого сбил пешехода, она решается на шантаж. Маша готова помочь ему избежать наказания, если он пообещает на ней жениться. На самом деле пешехода сбила Рая, коллега по работе, которая закрутила роман с начальником. Но, к сожалению, события начинают развиваться не по ее сценарию. Показ сериала состоится 12 августа на канале Russia 1. Если вам понравился мой обзор, ставьте лайк под видео. Приятного просмотра!